Друзья, всем привет! Меня зовут Станислав Орехов. Мы сейчас находимся в нашем офисе. И в этом видео я хочу рассказать вам, как проходит наше онлайн-обучение, встречи по субботам с дизайнерами, которые создают свои студии. Вы очень много спрашиваете, и сейчас хочу показать, как это происходит и подойдет ли этот формат именно вам. Мы работаем вот в нашем офисе, вы видите, это такой кабинет, да, где происходят у нас встречи. Приезжают сюда ребята, и у нас есть компьютер, монитор, оборудование. Соответственно, так как люди, кто-то из Москвы и из области, мы приезжаем сюда и вот прямо здесь устраиваемся, примерно вот так это выглядит. И есть люди, которые у нас онлайн работают, это те, кто из других стран, из других городов и не могут присутствовать каждый день здесь у нас на занятии. Соответственно, они точно так же подключаются с помощью программы Google Hangout. Вот она просто открывается, и у нас открывается телетрансляция. И мы вот через этот монитор видим наших коллег, а они видят нас. И вот примерно в таком формате, с помощью вот таких телекоммуникационных связей у нас происходит общение. Что мы делаем? Давайте посмотрим, как происходит вообще формат общения. У нас для того, чтобы создавать студию, есть группа. И группа у нас сделана из разных участников. Там в основном руководители студии, но также есть парочку начинающих и пару не дизайнеров, кто организует свои студии с нуля. Но в основном основной костяк — это дизайнеры, которые уже имеют проекты, имеют сотрудников, клиентов, и им нужно настроить внутренние механизмы работы студии, чтобы они работали как часы. Для этого у нас есть внутренний форум. Вот так он выглядит. Что здесь происходит? Здесь, по сути, выложено задание. У нас есть, допустим, модуль 1, это концепция и идеология студии. И здесь есть некоторые задания, которые нужно посмотреть, скачать и выполнить эти задания. Допустим, это вот бизнес-модель и основная услуга. Здесь есть небольшое видео, которое поясняет основную суть работы. Здесь есть чуть побольше видео, где я даю детальное объяснение, как и что делать. Вы смотрите просто видео. Потом есть задание и есть выполнение задания. Каждый участник делает свое задание. Потом финансовая модель, базовые роли и функции. То же самое, есть вводное видео, есть схема, как планировать работу своей компании. И дальше каждый из участников создает свои процессы, задает вопросы, вот, допустим, в данном случае красным, и я синим отвечаю. Поэтому все задания, все ответы у нас будут здесь. И каждый участник делает свои выводы. Также у нас есть дополнительно Telegram-чат, в котором в течение дня мы общаемся. Выглядит он достаточно просто. Вы подключаетесь, на данный момент у нас есть вопросы, которые задают ребята, и мы отвечаем на вопросы, можно здесь общаться, и я записываю либо аудио-ответы, вот здесь такой аудио-ответ, допустим, вот задание 6, блок 2, есть вопросы. Дмитрий задает вопросы. Я перехожу по ссылке, Дмитрий задает здесь некоторые ответы, да, свои дает и задает вопросы, на которые я отвечаю с помощью аудио и с помощью текста. Таким образом, Дмитрий получает обратную связь на выполненное задание и уже двигается дальше для того, чтобы шаг за шагом создавать системную студию. Все эти процессы, если вы почитаете подробное описание, что мы будем делать, из каких заданий состоит курс, у нас записано и записано достаточно подробно, есть в описании нашего обучения подробная методичка, и шаг за шагом мы изучаем все эти моменты. На живых встречах, которые у нас проходят вот в таком формате здесь у нас в офисе и с помощью подключения онлайн, мы разбираем самые острые моменты, самые важные. К примеру, кто-то сейчас находится на первом модуле. Первый модуль — это составление концепции и вообще понимание, как работает студия. Но прямо сейчас есть проблемы, есть вопросы, допустим, по организации работы с клиентом, по договорам, по системе работы с сотрудниками, по оплате. То есть у каждого из участников есть свои вопросы, которые сейчас нужно решить. И для этого коллективно мы сначала встречаемся, обсуждаем, кто что сделал за неделю, у кого какие успехи. Далее в течение около часа разбираем вопрос какого-то одного из участников и даем советы, даем рекомендации. Именно так в таком общем обсуждении, так как у нас много достаточно руководителей студии, у каждого свой опыт, человек получает исчерпывающие ответы на свой запрос, который ему прямо сейчас актуален. Подключаются к нашему обучению люди постоянно, и каждый находится на своем уровне. У кого-то кто-то с базового совершенно уровня,
уровня, кто-то только фрилансер, у него пару помощников. А у кого-то уже крупная студия, там 10 человек, и нужно распределить между ними задания, чтобы они работали слаженно, как единый механизм. И каждый, поэтому, выполняя одни и те же задания, у него в любом случае будут разные варианты ответов и разные выводы. Это очень важно. По сути, у нас вот такое групповое обучение в группе, да, но это индивидуальный все равно курс для каждого. Каждый приходит со своими задачами, каждый находится на определенном уровне развития. В команде мы двигаемся быстрее, потому что получается обратная связь от разных участников. Но самое главное, происходит все это так, что вы можете ускориться, если это нужно, и сделать задание быстрее, либо наоборот замедлиться, если у вас какие-то сейчас обстоятельства, допустим, работы много, либо у вас отпуск, вы можете взять паузу и потом прийти действовать и работать в своем ритме. Самое главное, все компании и все студии рано или поздно приходят к единому вот этому алгоритму, который я уже продумал, который мы оттестировали и к которому мы идем. Просто каждый идет своими путями, и у каждого получается своя скорость и свои выводы в процессе собственной трансформации. Но итог студии одинаков. Вы работаете, если хотите, удаленно, если хотите, не делаете те действия, которые вам не нравятся, допустим, административная работа, сами занимаетесь самыми крутыми заказами и клиентами, ваши сотрудники работают слаженно и без каких-то проблем. Если вы хотите, вы можете путешествовать и не присутствовать в офисе, при этом вы не теряете заказы, потому что ваша компания работает системно и последовательно. У вас налажена система удаленной работы, у вас налажена система автоматического привлечения клиентов, и ваша студия растет и развивается каждый день. Если эта тема интересна, то приходите к нам на занятия, присоединяйтесь к нашей группе и будем работать с вами, будем общаться с вами, будете активными, и у вас будет замечательный результат, как и у других наших людей, наших коллег, с кем мы прямо сейчас работаем. Присоединяйтесь.